Рад приветствовать вас, дорогие друзья. Наконец-то у меня доползли руки сделать второе видео по Nintendo 64. То есть за это время, все-таки начиная с сентября прошлого года, у меня успели появиться на нее новые игры. Но, в принципе, я уже их успел показать в своем ролике 8 дисков на PlayStation 3 за 1000 рублей. Вот, так что в какое-то время назад даже не видел смысла делать этот ролик, но все-таки в связи с тем, что я его, так скажем, так или иначе обещал, а во-вторых, с тем фактом, что все-таки про игры подробнее я не рассказывал, и все-таки новых игр у меня не предвидится, вот в связи с тяжелой экономической ситуацией на фоне эпидемии. Вот, то есть решил рассказать более подробно о том, что есть. Значит, в принципе, то есть с чего можно начать? То есть я приобрел полную версию Золотого Глаза, то есть GoldenEye 007. Вот, то есть его полная версия в идеальнейшем состоянии. Вот, но есть как бы какой один нюанс. То есть, как я замечал, вот на почти всех картриджах Nintendo, то есть неважно как бы на какую, скажем так, их консоль, очень всегда была непрактичная упаковка, то есть картонная, притом такое впечатление создавалось, что Nintendo на ней очень сильно экономила, то есть они фактически одноразовые. Вот эти вот упаковочки, то есть их там пару раз открыть-закрыть, и можно ее выкидывать. То есть поэтому я так, можно сказать, для ролика пооткрывал ее буквально там 2-3 раза и, в общем-то, больше ее и не вскрывал. То есть продолжаю играть в Золотой Глаз на все том же картридже, который, можно сказать, приобретал вместе с консолью. В тот же день его покупал. Вот, то есть игру я, кстати, прошел, но, значит, получилось как? То есть я не могу пройти дополнительные миссии, которые как раз посвящались вот таким фильмам, как «Лунный гонщик», «Человек с золотым пистолетом» и «Живей, дай умереть», что парадоксально, все, кстати, с участием Роджера Мура, а дважды парадоксальнее, что Пирс Броснан, в общем-то, был протеже Мура на, соответственно, посту Бонда. Вот. Значит, ну это уже, так скажем, лирика. В общем-то, если мы уже заговорили о Бонде, то для полноты коллекции я себе взял и The World Is Not Enough. То есть у меня, в общем-то, есть эта игра. То есть я, честно говоря, долго сначала не втыкал, что это разные версии, то есть что на PlayStation, что не на Nintendo 64. То есть я считал, что игры одинаковые, только в одной есть ролики, в другой нету. Но нет, выяснилось, что это абсолютно разные игры. То есть на PlayStation версию Black Ops делали, соответственно, на Nintendo 64 делали Евроком, то есть в будущем они еще, кстати, сделают Nightfire именно консольную его версию. Вот, и, значит, здесь что я могу сказать? То есть, ну, во-первых, меня все-таки порадовало, что в версии Nintendo 64 The World Is Not Enough, ну, если сравнивать его с GoldenEye, все-таки больше сделан упор на применение гаджетов. Потому что в оригинальном GoldenEye, так скажем, у нас, ну там за игру, нам вот эти гаджеты, они буквально были нужны всего пару раз. То есть, ну вот, вот можно было все спокойно без них, честно говоря, проходить. Вот, потому что все-таки, скажем так, мины, которые управлялись при помощи этих часов Омега, которые носил Броснан, в общем-то, ну, я, так скажем, не считаю гаджетом, считаю все-таки больше его оружием. Вот, и, то есть, могу вспомнить буквально там две миссии, где вот были нужны эти часы лазер, и где был нужен встроенный магнит в часах.
Вот. Ну, также там еще была миссия, где нужно было деактивировать бомбы с помощью деактиватора, поставить там жучок. Вот. Но на самом деле на фоне количества миссий это достаточно редко встречалось. Все-таки вот, чем меня порадовал The World Is Not Enough, там все-таки действительно гаджеты надо достаточно часто использовать. Ну, в принципе, похожая ситуация была и в PlayStation версии, но как это реализовали в версии Nintendo 64, мне понравилось гораздо больше. Вот. Значит, также могу отметить, что все-таки в версию на Nintendo 64 появилась озвучка, то есть в GoldenEye ее не было, то есть были только, соответственно, субтитры в диалогах и все. Значит, здесь еще все озвучены в кат-сценах и не только. Вот где-то, соответственно, что-то расширили, где-то, соответственно, что-то сократили, ну, в плане соотношения к фильму. Вот, и в эту игру, на самом деле, надо признаться, я играл с большим удовольствием. То есть это, пожалуй, наверное, вот пока одна из лучших игр на Nintendo 64, в которую я играл. Вот, в принципе. Но более, опять же, подробно про нинтендовский The World Is Not Enough я все-таки рассказывал в, соответственно, специальном новогоднем подкасте игры о Джеймсе Бонде. То есть у меня он тоже на канале есть. Вот кому интересно, может это все посмотреть. Там даже впечатления были более свежими. Ну а, собственно, мы идем дальше. И вот на очереди у меня как раз-таки есть Турок 3 Shadow of Oblivion. То есть это игра, которая так и осталась эксклюзивом для Nintendo 64. То есть если у нас, так скажем, первую и вторую часть все-таки портировали на ПК, и тем более вот несколько лет назад выходили их там HD-переиздания, уже для всех цифровых сервисов, типа там Steam или GOG, то, значит, третью часть так никуда и не портировали, насколько я помню. То есть она так и осталась эксклюзивом. Вот, то есть у меня, к сожалению, голый картридж. То есть голыш, потому что игра, скажем так, полнокомплектная, очень дорого стоила. И, пожалуй, третий турок — это, наверное, одна из самых дорогих игр, которые у меня есть на данный момент вообще. Даже вот в таком голом виде. Но, тем не менее, надо признаться, что игра очень интересная. То есть тут даже мне чем-то она может быть и Син первый напомнила, и первую Half-Life даже. Вот. И здесь вот есть все-таки уже ставочка больше на кат-сцены, на движки игры. То есть это не так, как ну, в первой части, где их почти не было. Вот. И здесь как-то именно все-таки больше уже такие мегаполисные локации идут, потому что если, допустим, у нас в первом турике больше какие-то джунгли были, во втором, соответственно, какие-то вот такие фэнтезийно-средневековые города, вот, то в третьем все-таки это уж современный мегаполис. То есть по всяким закоулочкам можно, в принципе, походить. Вот, то есть и, в принципе, музыка, я считаю, что в Турике очень даже неплохая вышла. И, в принципе, сами по себе идеи интересные. Правда, конечно, управляется это не очень удобно. То есть, если так сравнивать со всеми, как бы, так скажем, шутерами, в которые я играл на Nintendo 64, то есть на оригинальном железе, конечно, игры про Бонда, они в этом вопросе удобнее и лучше сделаны. Вот. В отличие, например, все от того же Турека, потому что в Турике, конечно, управление, скажем так, так себе. То есть надо к нему очень долго привыкать. То есть, ну, честно говоря, вообще не сказал бы, что у Nintendo 64
очень удобный геймпад. Вот. Ну, по крайней мере, действительно, мне вот игра очень сильно понравилась. То есть, вот, хочу ее все-таки пройти, вообще, точнее, всю линейку игр от Турики, потому что, ну, у меня почти все, кроме Rage Wars, есть. То есть, первый Турок, второй Турок, вот третий Турок, Турок Evolution, Турок 2008 года. Вот. И вот, как раз-таки, остался мне только Rage Wars на Nintendo 64 достать. Кстати, вот одна из игр, которых мне бы очень хотелось. Вот. Ну, а, соответственно, мы идем дальше. И, значит, получается, на очереди у нас как раз-таки Duke Nukem, собственно, Zero Horse. То есть, значит, то есть, ну, так называемый Duke Nukem нулевой час. Значит, что мне здесь, в принципе, было интересно, это то, что игра с похожим сюжетом, где Дюк путешествовал, скажем так, в разные временные эпохи, она уже была на PlayStation и называлась Duke Nukem Time to Kill. Вот, но, значит, видимо, все-таки, скажем так, Nintendo хотелось все-таки какого-то своего эксклюзива в отместку Sony. И поэтому, в принципе, вышла отчасти на нее похожая игра. Хотя с другими уровнями, соответственно, даже с другими эпохами. Но Дикий Запад его оставили, как ни странно. Вот. Также, что порадовало, именно есть тут озвучка. То есть все диалоги, катсцены, все озвучено. В общем-то, ну, у игры очень специфическое управление. То есть мне вот даже вот очень удобно было в нее играть. Поэтому пока что далеко я там особо не продвинулся. Вот. Ну, надеюсь, когда-нибудь ее пройду. То есть для полноты коллекции, конечно, хотелось еще и Duke Nukem 64 взять. То есть это версия Duke Nukem, для Duke Nukem 3D для Nintendo 64. Но, соответственно, с немножечко другим оружием, соответственно, другими спрайтами. То есть она такая достаточно более переделанная в сравнении с оригиналом. Даже вот помню, любители какие-то моды делали, где именно текстуры и оружие брали из версии Nintendo 64. Вот. Ну так, чтобы просто коллекцию взять, потому что в принципе, про Дюка игры я собираю. То есть у меня есть на PlayStation Total Meltdown, у меня есть The Land of Babes на PlayStation, у меня есть, соответственно, Time to Kill, Zero Horror есть на, соответственно, Nintendo 64. Вот. Конечно, в цифре у меня первый, второй Duke Nukem и Manhattan Project куплены. И вот есть, соответственно, Duke Nukem Forever на PlayStation 3, на ПК, и даже более того, на PlayStation у меня еще к нему дополнение Доктор Who Clones Me. Вот, ну хотелось бы такую какую-то более полную коллекцию по Duke Nukem пособирать. Вот, поэтому надеюсь, что и Duke Nukem 64 себе достану для счастья, и Duke Nukem Manhattan Project, вот диск, который у нас 1С издавала. Вот. Ну и, соответственно, дальше у нас идет вот такая игра, как Formula 1 World Grand Prix. То есть, насколько я помню, выходила она, собственно, много где. Вот. И на Nintendo 64 досталась она, по факту, мне случайно, потому что увидел как-то объявление на Авито, что относительно недалеко от меня ее буквально за 300 рублей отдавали. Конечно, тоже галыш. Вот. Но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Пока запускал только один раз, чисто проверить, соответственно, как оно играется. Ну, в принципе, играется, на самом деле, надо признаться, что оно неплохо. То есть здесь хотя бы даже с вот таким не очень удобным геймпадом можно, в принципе, в нее спокойно играть. Вот. Ну, особо далеко, конечно, понятное дело, там не продвинулся. Буквально только одну гонку закончил. Вот. Ну и, соответственно, завершает нашу сегодняшнюю такую подборочку. Это, конечно, Doom 64. То есть недавно его протонули на все, что только можно. То есть, но до этого, конечно, долгие годы он оставался эксклюзивом. И самое, что интересное, как раз-таки я его успел приобрести
еще до всей этой шумихи с его портированием. Значит, так что могу, что называется, заценить оригинал. То есть, когда-то в него еще играл, наверное, в году 2008 на эмуляторе. Вот, помню, что игра мне очень понравилась, что там совсем другие спрайты, другое, соответственно, оружие, другой сюжет. Вот, в принципе, порадовало, что как раз-таки разработкой именно данной игры в свое время руководил American McGee. Вот, ну, в принципе, опять же, пока только успел немного поиграть, скажем так, прицениться к этой игре. Вот, то есть очень доволен, что есть она у меня в коллекции, но, понятное дело, тоже опять галыш. То есть, в принципе, в основном у меня, конечно, галыши. Вот, почти все игры. Вот, ну и пока, конечно, это все, дорогие друзья. То есть, до новых встреч. Ролик, к сожалению, получился небольшой. Вот, но, что называется... А может быть, будет и третье видео со временем. Вот. Ну или может, я не знаю, куплю себе флеш-картридж с регион локом. Потому что, скажем так, был ряд игр, которые мне бы хотелось себе в коллекцию, но выходили они только, допустим, в Америке. То есть тот же самый, насколько я знаю, порт Indiana Jones and Infernal Machine, он именно был только в Америке. На Nintendo 64, то есть это NTSK UK. Вот. Так что, как говорится, поживем, увидим. До новых встреч!